Ту-ту-ту. Oh my god, look! Well, well, well. If it isn't the Freedom Pals and their newest recruit. Всем привет! С вами Ворм, это игра под названием South Park The Fractured Bad Hole, которую мы продолжаем проходить, остановились на том, что у нас похитил родителей наших машин. Ответь, пожалуйста, ты заграживаешь меня. Спасибо. Остановились на том, что у нас украл Картман наших родителей, и теперь мы его выслеживаем, чтобы родителей наших себе вернуть домой. Мы получили новый призыв. А я могу сам селфи сделать? Мне интересно стало, ребята. Так, Картман, уйди. Я понял, иди в жопу, я уже иду, да. Я же сюда пришел уже, дебил, почти. Я могу к ним выйти туда, наружу, мне интересно. А с тобой мы уже делали селфи, да? Да, с тобой мы селфи уже делали. Так, как мне выйти туда наружу к этим Рыбе и Акумену? Здесь? Здесь, да, отлично. Селфи хочу. Fans, да, в прошлой серии мы помогли отправить его маму на небеса на единороге летающем. Мы познакомились с Иисусом и сделали с ним селфи, но это не важно. Это что было в прошлой серии, остается в прошлой серии. И сейчас мы идем туда налево. Так, давай, селфи с тобой. Симен. Семен. Спермамен. Все такое. О, боже мой. Долбанные селфи. Но приходится их делать. Игра так задумана. Это произносится моряк. Спермамен. Угу. Моряк, конечно, да. Так, выход здесь. Давай. Так, собственно, оружейный магазин Джимбо. Там, скорее всего, наши родители спрятаны. Или типа того, я не знаю. Ниндзя, да, идет за нами. Пошел ты в жопу. Да, пошел вон. Так. И, собственно, вот и он. Магазин Джимбо. Что же Картман здесь для нас сделал? Ладно, ладно, как скажешь, хорошо. Убедил. Crime fighting's not a game, vigilante. You're gonna get somebody killed. А селфи с тобой сделать мне очень сейчас важно и нужно. Дэниел. Такой Дэниел. You're getting close, new kid. But to find me, you're gonna have to solve one more riddle. Я в том месте, где сиденья и много цепей. Есть здесь и джунгли, есть и пустыня, а главное много детей. Детская площадка, изи. Главное, он говорит, что нужно сделать все пешком. Как он сказал. Может быть, уже можно перемещаться, я не уверен. Но сейчас разберемся. Короче, детская площадка вот здесь. Если к ней ехать, то ехать нужно отсюда, да? Ладно. Давайте лучше съездим, потому что пошел он в жопу. Что, я ходить буду пешком все это время? Дебил, что ли? Нахер мне это надо? А, не могу. Угу. Я понял. Только пешком, значит, можно. Ладно. Да пошел ты в жопу, слышь, китаёза. Кариёза. Ой, простите. Простите, я про South Park. Я же знаю, что это ниндзя, долбаны, они притворяются разными национальностями. На самом деле, это какие-нибудь... Просто лица азиатской внешности. Ну да ладно. Стриптизеры, все такое. Почему игра задумана, чтобы я ходил пешком? Для чего? Чтобы мог подраться, чтобы увеличить прохождение данной игры или что? Зачем это нужно? Я не понимаю, мне непонятно. Мне этого не понять. Ну да ладно. Может быть, объяснят нам это потом. Может быть, для того, чтобы мы видели все вот заставки, которые здесь появляются, все эти видеоразговоры и все такое. Но хрен его знает. Не буду к вам подходить, вы шлюхи. Малолетние. Это плохо. Плохо такими быть. Кто вас воспитывал? Какого черта? Уважайте своих родителей. Не будьте такими, как они. Так, здесь мы взяли сумку. Сундук, точнее, открыли в предыдущей серии. Там был костюм Человека-патриота, типа Капитан Америки. Костюмчик неплохой, маска обсосная. Ну, да ладно. Ой, это долго идти, да? Так, когда мне нужно будет вниз повернуть тоже? На следующем повороте, я понял. Ну как на следующем? На первом повороте получается. Хотя нет, я же уже прошел провод. Значит, на следующем. На последнем. Вот так вот. Там будет угол, я спущусь вниз. Хорошо. Удобно это. Почему не могу использовать быстрое перемещение? Что за бред вообще? Теперь вниз.
и теперь направо сейчас. И будет детская площадка. Ладненько, ладненько. И что на ней будет? I'm a place where seats hang from chains, part desert, part ты jungle, тупой? Where happiness reigns. What could it mean? Я уже пришел, дебил. How did you solve my riddle? Ты изжечь. God, you're so smart. Wow, I'm so jelly. All right, you see that woman there? Go talk to her. Я вижу мужика, которому не очень хорошо. Эй! О! Oh! Странный мужик, ну ладно. Тебя, что ли? Всех президент баллотирует, да, ее? Его, Картмана. Руку Картмана. Президента. Замечательно. Стоп, погоди. Поговорить he, нужно. He told me if I didn't do what he said, he'd do horrible things to my patio. До дворика. Get a selfie with her. Do it now! Да ладно. А я понял, в чем задача. Я понял, что он задумал. Я же известная личность уже в Юнатограмме, правильно? Заткнись, дура. Он хочет, чтобы я сделал селфи вот с такими чуваками. Тогда он наберет популярность и выберется в интернеты, короче. Вот-вот-вот, да, да. Он баллотируется. Чё, Сиранд? Что? Что он сказал? Что он сказал, я не понял, погоди. Короче, я с ними сфоткался, чтобы из-за того, что у меня 1.5 ляма подписчиков, чего у меня вряд ли когда-то будет на Ютубе, но я надеюсь на это, пожалуйста, как-нибудь, пожалуйста. Из-за этого люди это видят, что популярная персона фоткается вот с такими чуваками. А кто эти хэштеги ставит вообще? По идее, Юнатограмм это Инстаграм Картмана, то есть он может это все редактировать, или я хер знает. Они вот все как раз, все мои подписчики видят, что я фоткаюсь, и сразу же... Короче, забирает он у меня моих подписчиков к себе баллотировку президента. Ужас вообще. Что он хочет теперь, я не пойму. Зайди в Дом культуры. Так, стоп, стоп, стоп. А Дом культуры у нас слева по прямой? Прямой по прямой. Так, после муниципалитета нужно будет вниз повернуть. Окей, я понял. Пошли. А, ну вот. Вот задание появилось. Саундтрек здесь, конечно, потрясный прям. Меня дико доставляет. Митч Коннор, толковый мужик. Это гребаный Картман. Это рука, сука, женская. Почему здесь мужик? Ладно. Ладно. А, ринопластика Тома. Могу уже использовать? Могу. Раз вычислили, значит можно использовать. Хорошо. Ну потому что ходите очень долго, зачем мне это? Мне это нужно. Едем к школе, от школы направо. От школы. От школы, конечно. Будьте грамотными, не будьте как Ворм. Так, ща. Так, идем. Давно пора тут все поменять. Отлично, команда в сборе. Where's everyone else? Doesn't matter. There's no time. Let's get this fat turd while we can. All right, one, two, three. Погнали, погнали. Oh my God, look! Where? If it isn't the Freedom Pals and their newest recruit. What have you done with the new kid's parents, fat ass? Долбанный Картман. Nothing yet. But when I'm finished with you, I can't say they'll be exactly safe. This has gone far enough. We end it now. The only thing about to end is you, Mysterio. Не трожь Кенни. Now put your stupid hand down and stop playing games. We have to stop him, you guys. He's got all the new kids' followers now. Even with their help, you can't stop me, Ken. We'll see about that, motherfucker. Господи, Картман. All right, Cartman. You want us to kill Mitch Connor? We'll fucking kill him. Что за дичь? Мы сейчас будем драться с рукой? Вы серьезно? Ты дебил, вообще не понимаю. А чё с атмосферой? Чё так все серое такое все? Достаешь так? Достаешь, отлично. Потому что ты есть Митч Коннор. У тебя раздвоение личности. Ты болен, Картман. Ты болен. Я дойду до тебя. Дойду до тебя, Митч Коннор, и убью тебя, и высосу твою кровь, и спасу Картмана от тебя, Митч Коннор. Чё я несу, блядь? Коронка, это босс, типа? Он сейчас какую-нибудь херню задумает здесь ещё, да?
Lord, douchebag, new kid, I swear, I'm just an innocent hostage да, here. Да, да. Cut the bullshit, coon. Блин, саундтрек здесь просто великолепный. Your coon friends don't seem very friendly toward you now, Keen. Just shut up, Connor. Ох, ебать он долго. I think I deserve another turn after that. В смысле, ты охерел? Это моя способность. А такой же, как енот, да? You know, I didn't do that, right? That was Connor. Mm-hmm. We're not stupid. Will you just tell us where the new kid's parents are already? Never. Damn it, I didn't kidnap Butler's parents. Да, конечно, конечно. Ты тупой, ты больной, ты... Ты Гартман, черт подери. Все этим сказано. Черт, я загородил, да? 247 упадок сил. Защита еще. Ну, упадок сил, то есть упадок защиты, так что окей. Step aside, coon friends. Daddy's home. Guys, I'm really sorry about this. Mitch is such an asshole, huh? You're my PK and you're chilled. Что? Обморожение? Это херня? How can he do that? Не, не катит, чувак. Стоп. Вот, вот так вот. Это сейчас по яйцам отпинаю. Слышь, Карма? Главное не пердеть на яйца, да? Судя по первой части Соус Парка. Бердежный шторм. Так, а с ультой я не достаю, да, до него? Ладно. Почему все такое здесь пыльное? Темное. Че? Дурак, ты что сделаешь? Отражающий щит нужно, чтобы он снялся. Я не буду его бить, пока на нем щит, потому что он больно бьет. По идее, правильно? This, сколько на нем будет щит висеть? А хрен его знает. А сработает ли эта штука? Сейчас узнаем. Ну-ка. Сейчас вся ульта, если меня пролетит, я сдохну же, правильно? Придется опять обвязать, все такое. Не, смотри, как без отражения сработало. В смысле? Слышите? Какого черта? Это реально сработало на мне. Так, мне нужен срочно этот тип. Иначе я умру просто нахер. Жалко, нельзя переключать эти штуки. Мы их уже видели 100 раз. Плюс эта ульта не такая интересная. Хе-хе. Мне главное меня, то, что значит. Let's see, I could give you a vicious clawing, or you. Let's go, dude. Так, а он отразил весь урон. Он весь урон отразил, погоди, какого черта? Okay, and you're chilled. В смысле? Better hurry. Ёбок. Достаю по нему так. Скорее всего, до щита там пошло КД. Кулдаун, время. Так, давай. Как можно больше урона. Как можно больше урона нужно сделать. Yes. Ты задолбал, Картман. Тебе никто уже не верит. Тебе никто никогда не верил. Я, по крайней мере. Я смотрел сериал, я знаю, на что ты способен, пидор. Так, Мистерион до сюда не дойдет, да? Так. Убиваешь? Нет, не убивает.
Почти готов. Минус Мистерион. Но он встает. Ха-ха, забавно. Сюда отъедет. А, нет, вниз ушел. Ожог. Ах ты ж, сука. Достаешь. Красава, Стэн, покажи ему свою силу, свою злость. Покажи ему свой инструмент. Нихера себе. Not bad. В кровь, в мясо его, правильно. Победили. Да? Почему он встал? Отлично. Победа. 95-я. Тяжелая рука. Чё? Плакат просто. Ладно. Where are they? Where are the new kid's parents? You'll never know. I don't know. Shit, he's gone. Come on, we're taking this fat piece of shit back to base. What fat piece of shit, human cat? The only way we're going to get Karma to talk is to torture him. Yeah, sometimes torture is the only answer. Согласен, поддержу. For what? Everyone get back to Freedom Pal's base. We have to make this shithead talk. What are you talking about? Guys, it's me, the king. With this. Какого черта? Господи. Если этот пост берет достаточно лайков, Митч Коннор разрешит мне выступать что-то там против этих. Штаб борцов за свободу. Налево. К телепортеру. Ура! Переменам. Митча в мэре. Нахер Митча вашего? Это рука, блядь, ребенка. Вы что несете? Какие же тупые жители в соцпарке? Я не могу. Микроагрессион. Нет. Fast pass, да, я хочу fast pass. See you, new kid. Угу. New kid, we're ready to start torturing the coon. We need your help. Come to Freedom Palace base. Ну, я уж догадываюсь, какие пытки будут. Я буду перед этим на лицо, да? Как оригинально и остроумно. Я еще ни разу не видел подобные шутки в South Park, да? Угу. What is wrong with you guys? I am not your enemy. You're gonna talk, Cartman. New kid, you're going to have to make Cartman talk. What are you gonna do with that? Действительно, что же мы собираемся делать? You guys are wasting your time. I'm the coon. Torture doesn't work against me, remember? So what? I just have to watch you eat, is that it? I'm not afraid. Так, ну начнем с Шавуки. От Шавуки сильная пердежная реакция. Ну, господи, ну шутки про пердеж, ну сколько можно-то, ну? Guys, I really wish we could just wrap this up. Мне надо нажать правую кнопку мыши. F. See? It doesn't even faze me. Давайте хот-дог съедим. Я вот это все не хочу есть. Guys, I really wish we could just wrap this up. Передеть человеку на лицо. Ну, чё, кто это придумал, а? No, fuck. Not even a little bit. I can gobble those farts up. Ням-ням-ням-ням. Фу, блядь! Ням-ням-ням-ням. Ну, давайте по хардкору, ладно, тебе так лицо. Фу, блядь, он это съел, реально. Что за бред, блядь? Фу, заблеванные макарошки. Ой, макарошки, блядь. Шпинат и... что это? Брокколи. Фу, блядь. Фу, какая же мерзость, согласен. Впервые согласен с Картоном. Что? Dr. Mephisto. Yes, that must be it, Cass. God damn it, damn it. Mitch Connor's a total fucking dick. А я с тобой делал селфи? Нет, не делал, смотри. Excellent. Glad to have you. Okay. Keeper. Fine. Fine. А с тобой же делали, да? Woo-hoo!
Тут все? Девушка по вызову. Давай, давай, давай. Так, с тобой были уже? Со своими вроде я уже со всеми делал, да? Я просто не помню, честно. Нет, видишь, не со всеми делал, получается. Значит, не зря фоткаюсь, уже хожу. Я не перематываю эмоцию, потому что слишком долго это было бы. Talking Black. Да, с тобой же точно делали. Да, с тобой точно делали. И с Картманом вроде тоже точно делал. Вообще не жалко. Но шутки, конечно, ну то, что я и говорил. Собственно, пердёж и... Не более того. Нет бы что-нибудь оригинальное придумать, там, типа, обоссать ему лицо. Это было бы оригинальнее просто, чем пердёж здесь, в этой игре. Потому что что за нахер? Где лаборатория генетики у нас тут? А. О, это же здесь. Ё-моё. Ладно, пошли. Там мы еще как раз не были, по-моему, да? Или были? Я в прошлой серии что-то спрашивал такое, но я не помню. Погнали. Вот там, скорее всего, уже будет конец игры, но опять же неизвестно для меня это. Так, ту сумку вроде как да, скрытая сумка. Там подбирал, значит. А, ну да, мы тут ходили, возвращались точно. Обходной путь, все такое. Keep out, уходи. А это куда в дорогу? По-моему, это выход к Джимбо оружейный. Да. Так, ну нам, собственно, туда, куда не заходить, рекомендуют. The new kid's here. Come on, new kid. Can I help you? Yeah, hi. We signed up for the tour. Yes, the night tour, correct? Yeah, we're a little early. Well, I'm afraid for safety purposes, the tours are only offered from 10 p.m. to midnight. What, just to be extra spooky? It'll be worth the wait, my friends. See you tonight. Shit. Well, now what do we do? We'll just have to wait. We can't afford to let anyone else go in or out of this gate. I agree. We're just gonna have to wait here till nighttime. Okay, how far away is that? About 6 hours. Вот right, черт. Wait 6 hours and we're good to go. И что мы будем делать 6 часов? How long now? Still about 6 hours. Okay, cool. Ну, я с этим не согласен. This sure is gonna be exciting in 6 hours. Shut up, Scott. Вентиляция может прилипнет, да? Did anybody bring any, snacks or anything? Yeah, we should want snacks. Нет, не работает. Странно. Oh God, okay, how long now? Right around 6 hours. Jesus fuck. You know, kid, you still have yet to tap the full potential of your time-bending ass. Не весь потенциал задницы. Something that could Morgan enhance Freeman. Your ability could possibly make time pass more quickly. Чё? You see that AC fan over there? No. Right there, behind you. Over by the... Ну, вижу я, ну. On the left side, can't miss it. Да вот я уклонился, ты это задолбал. If you fart into that fan, the oscillation of the gas. Так я это и делал только что, алло, я ж... Господи, я знаю эту игру наизусть. Насквозь вижу просто все, что здесь есть. Don't question if that makes any sense, kid. Just fart in the fan. Come on. I'll fire it up for you right now. Что за бред? О,
Holy shit, dude! Я... What the hell just happened? Я могу. Dude, it smells like rotten meat out here. Well, looks like it's nighttime. Everyone regroup. Hi, we're here for the tour. Ah, yes, come in. Что за бред? Господи. Эта игра странная. Так, сумку вижу. Максимальный антидот, рецепт шара божественного озарения или прозрения, что там такое. Так, еще вижу две целых сумки. Шпионская камера. Странно, что здесь везде можно ходить, я прям не ждал, думаю, только по этим можно быть. Не ори на меня! Я за сумкой пришел. Собираю хлам, как видишь. Итак. Wow, some young people interested in genetic engineering, huh? Wonderful. Please come in. Да, здорово, давно не виделись, чувак. В первой части, по-моему, oh, тоже был. Hello. Oh, there's more. Hello, sir. My, there's a lot of you. Тебе! О боже. Well, I'm so pleased that you children are interested in genetic engineering. Четырехжопная лошадь. Genetic science began as a simple question. Can a monkey be made to have four asses? Ну да, это было в сериале. The answer was yes. And now we've been able to give more asses to pigs, horses, everything you can imagine. Yes, little boy. How does that help? Oh, you're one of the cynics, huh? Well, meet me over here for the tour and I'll show you how. Come on, don't be shy. We don't want to miss the four-assed gorilla feeding. Четырехжопная летучая мышь. Яйца чьи-то. Гусеница явно с четырьмя жопами тоже. Техника, скотч. Эй, ты. Hello. Привет. What's wrong with you? Да ничего, просто спина я хожу. Скелет изучают. Четырех жоп. А у жирафа 6 жоп. Что-то неправильно вы сделали, а? Четырех. Зачем? Кто это придумал? Для чего? Четырехсисечная курица. How about this? A mandrill, but with a rainbow of asses. Can we do that? У тебя что-нибудь там есть? Эй, лади. Четырехжопный пингвин. Зачем вы ему на плечи жопу сделали? Господи, что это за бред? Ну, думаю, экскурсию мы продолжим в следующей серии. Буду серию делать по полчаса. Вот, на этом мы эту серию заканчиваем. Все, кому понравилось, подписывайтесь на канал. Чё? А, это комар, человек-комар. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты, жмите на колокольчик под видео и подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы не пропускать новые стримы, серии и все такое прочее. Вот, в общем, всем удачи, всем пока!